120 как? 122.1, не корпус. 122.1. Я вас ознакомлю. Так, чтобы вам уже понятно. А 251 тебе ничего купапа не говорит? А 251 говорит. Ну так а что ты мне хочешь 122 или 122.1, какой? 122.1, да. 122.1 это уже вырок, ты что? А я тебе говорю, покажи докази. Субъектом правопорушения, ці статті. Ну, будь ласка, ознакомьтесь. Субъектом правопорушения, да. Ці статті, да, є, да, хто? Да. Особа, яка володіє транспортним засобом, якщо не встановлено інше, все. Це власник, що ви в нас хочете? Еще раз говорю, ты меня слышишь? Вы не знаете цей. 251 ты знаешь? Не тыкай мне телефон. Будь ласка, я вам не тыкаю. Будь ласка. То бишь ты хочешь сказать, что ты этой статьей оперируешься? Ні, есть еще 22, есть еще 14 прим. Будь ласка, хоть что-то прочитай. 14 прим. Мы раз читали. Ну, вот, будь ласка, я читаю законодательство каждый раз. Прочитайте, будь ласка. Ты ходишь, разводишь людей на постановление. Будь ласка, цей закон говорит. Закон. Его приняла Верховная Рада. Когда? 1 січня. То бишь не важно, без доказів ты можешь привлечь водителя. Вот доказ, автомобиль припаркованный, все. То бишь ты устанавливаешь, ты хочешь по парковке, ты как парковщики хочешь сделать. Вы да нет, дружище, с этим не пройдет номер. Покажите человеку видео, где он нарушает правила дорожного движения, а именно пункт 15 правил дорожного движения. Хорошо, если вы хоть кто-то будете в этой представителем, вы говорите, да, потому что они человек, который хотите, хочет, скажите, покажите мне, пожалуйста, мое видео, моего правонарушения. Но его нету, я сам понимаю это. Ну все, о чем речь у нас будет идти дальше? А то посмотри, разводят тут людей на постановление, ходят, нет, чтобы говорить, уезжайте отсюда, так нет, вы постановление херячите. Только при этом ваши сотрудники нарушают и, блядь, не хотят нести ответственность за это. Никто из вас не хочет нести ответственность. При этом сами ходят под знак 334. Давайте я вас ознакомлю, может, вам цікаво будет, продолжим нашу дискуссию. Відповідальність за адміністративну правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовано в автоматичному режимі та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів зафіксовано в режимі фотозйомки відеозапису. А ти що читаєш? Відповідальність за правопорушення. 14 вам читаю, те, що ви не читали, я не розумію. Я вам читаю положення КУПАП. Ти скажи, ти взагалі розумієш, що ти... Я так розумію. Смотри, будь ласка, у вас є якась ступінь, якийсь вчений? Чи може ви посвідчення адвоката? Будь ласка, що він, покажи. Ти мене не слышиш, я тебе говорю, 251. Ви не розумієте закон, ви розумієте чи ні? Що, вже не будете постановлення виносити? Ви, значить, умніє. А ты, наверное, дурнее. У него планшет, вы разумеете. Он будет разглядать. Он там вбивство разглядает. Вот что мое право. Послушай, пожалуйста. Это вы послушайте. Послушай меня, пожалуйста. Где закон? Смотри, где я припарковался под знаком 334. Ну, у тебя есть вся возможность все. Меня штрафовать. Но при этом мы встретимся с тобой в суде, в управлении. И ты вот эту дичь будешь втирать адвокату. Представьтесь, пожалуйста. Не нет, я не могу. Зачем? Ну зачем, если у меня есть мой так, защитник? Не самостоятельно это сделать. А ты сможешь себя сам защитить? Почему вы кому-то позволяете? Ну, вы же через интересы представляете. Почему вы себе позволяете вы превышать служебные полномочия? Я действую. Нет, а я говорю нет. Ты ходишь и разводишь людей. Комусь, послушай, на горло давить не нужно, не понял? Сами. Вы сами я не знаю законодательство, получше тебя. И вы не вот твой напарник, по-моему, умнее. Он понимает, что это по наму ты лепишь. Вы сейчас только на видео. Службовое посвящение можно ваше побачить? Будьте так. Послушайте. А пожалуйста. Можно вырезать его посвящение с другого ролика? Приведите за посвящение. Нет, да зачем? На, мать. Мальцев Александр Сергеевич. Все, спасибо. Мальцев Александр Сергеевич. Пойди подучи. Пойдите подучите. Нормативно-правовые акты, и потом ходите, разводите людей. Вы жодного разу не читали зміни до законодавства. Так, то есть надо ще включить нормативно-правовые акты, и все нормально. Да, представьте себе, но при этом еще водителю показать его правопорушення. То, что ты ему говоришь, что он припарковался, и он є власником, це ще не є доказом. Я не говорю, що він припарковався. Ти вообще только, ти понимаешь, що ти мені тільки що читав? Автомобіль стоїть з порушенням, все. А з чого ти взяв, що це він його припаркував? А там по закону прочитайте. Що по закону? Прочитайте по закону. По какому закону?
По какому? Вам потрібна консультація, будь ласка, знайдіть до адвоката. Ви ж не розумієте, що... По какому закону? Я можу вам сказати, але зрозуміти за вас я не в змозі. Якщо ви не розумієте... 250, а 251-ї що, не нужна, виходить? Я можу оцінювати докази, скільки 252-ї? Я можу їх завгодно, я можу розглядати справу, але ви не розумієте... А ти розглядаєш взагалі справу? Ви не можете взагалі розглядати статтей. Ви не читали, не хочете читати. Ви хочете тільки знімати відосики на YouTube. Тебе жаба давить? Тебе завидно? Ні. Так а чого ти мені говориш? Розуміли, коли ви допомагаєте людям, щоб їм правильно допомагали, а не так, як вам хочеться. Згідно з кому допомагаєте, допомагайте згідно закону, а не так, я вам заманець. Ще раз прочитайте тебе... КУПАП і допомагайте на все. Та не тарахти, блядь, що ти тарахтиш? Не ругайтеся. Та взагалі посараю. Розуміло. Я тобі об'ясняю, 251-я, що мені нужна, виходить? Ваше відео змотрять діти, ви розумієте, дивляться. Та я запікиваю все, чого ти паришся об этом? А, ну, ти не парься, там, де є мат, там пікання. Даже пікання нету, понимаєш? Все, добре, я вас хочу. Тобі ж ти хочеш сказати, отак от ти ходиш і от это от... Привлекаешь водителей без либо каких доказательств, втираешь вот эту вот дичь, что типа вы поставили сюда автомобиль. Вам не зрозуміти, будь ласка, там... проконсультуйтеся зі своїм адвокатом, щоб ви розуміли раз і навзагалі. Хорошо, хорошо, іди виноси мені постановлення, мать його так, іди. Іди, виноси мені постановлення. А зачем оно надо? Ні-ні-ні-ні, я ж... Я ж... Ти? Ви мене, ви вот, смотри, да вот, припаркований автомобіль, вот там вот. Иди, я покажу тебе, иди, я тебе покажу. Опять какой-то бля... этот... Бляха-муха, да. Не завезено. Пошли, пошли, я говорю. Не треба мені наказувати, мені це може робити... Так подожди, я тебе показываю на правонарушение. Ты не реагируешь на него. Ты понимаешь, что ты 13.95 нарушаешь? 13.95. Мабуть, інструкція. А я тебе що сказав? А що ви мені говорите, щоб я виписував? Що мені наказуєте? Ну так, це щось неправильне. В смысле неправильно? Что-то в этом не совсем правильно, да? В смысле, ну есть правонарушение? Есть правонарушение? Ну я показываю на правонарушение. Есть автомобиль, я знаю даже владельца автомобиля. Отлично. У меня даже видео есть, как он паркуется здесь. Есть видео, да? Конечно, есть. Можете предоставить? Конечно, при розгляде справы я все предоставлю.